Сейчас пришла и сижу на УЗИ. Буду делать. Сейчас посмотрю на ляльку, постараюсь что-нибудь снять, показать. Само, конечно, очень интересно. На голове у меня такое ощущение, что я уже голову фигня сколько не мыла. Но сейчас 4 часа, и должен за мной приехать муж с 5 часов. И поели мы домой. Я, конечно, искупаюсь, именно документы сделать на работу. Будут у нас делаться все это. Ничего не выросло, да? Кулачках, да, ручки? Ну, не всегда в кулачках, такие полукулачки. Вот сердечко. Так оно вниз, да, лежит? Все равно вниз лежит. Позвонила Ромка, приехал за мной. Сейчас без 25. Ну, мне сказали, уже можно идти, хотя здесь можно идти, уходить с 5 до 7. Вот. Я, знаете, чему удивляюсь? Здесь лифт. Сейчас покажу. Смотрите. Вот. Здесь я. Видите? Он достаточно. Я не скажу, что он большой, этот лифт. Но этот лифт на 26 человек рассчитан. Я бы хотела посмотреть на этих 26 человек, которые сюда утрамбуются. Так, мне, наверное, сюда. Я еще ни разу не ходила домой. И с этого лифта не ездила, с другого ездила обычно. Где тут у меня гардероб? Здесь, наверное. Что не пойму. Вход. Это зона. Что я заблудилась? В гардероб? Зачем? Вещи взять? С 5 часов. Нет, меня отпустили. С 5 до 7 у нас кого? Девушка, меня отпустили с 5. Сейчас уйти. Отдайте мне, пожалуйста, вещи. Сейчас я лучше. Будьте так любезны, не выдайте вещи. Я не могу вас отпустить. У нас принудительное лечение только по решению суда. Будьте так любезны, отдайте мне вещи. Это не принудительное решение, если вас отпустили с отделения. Будьте так любезны, мне отдать вещи. Если вас отпустили с отделения, я вам их отдам. И время там написано, с 5 часов. Но меня отпустили, мне сказали идите. Я позвоню. Позвоните. Потом вас отпущу. Людмила. Тут девочка у тебя, как фамилия, как просится на улицу. Ты в курсе? Она не в курсе? Я имею в виду, что она в курсе отпускала или нет? Женщина утверждает, что ее отпустили. А вы переобувайтесь, корточку снимите. Ну. Там вещи куда? Вещи куда здесь стоят. Давай.
Да, есть. Где у нас там? Что там? Меня, конечно, сейчас поразило. Я предупредила, спросила, что у меня сейчас идет УЗИ, я могу идти? Мне говорят, да, можете идти. Отпросилась в отделении, все, идите. Тут спускаюсь вниз, она мне говорит, а вы куда? Я говорю, за вещами. А я, говорит, вам их не отдам. Я говорю, то есть не отдам. Вот ждите, мол, 5 часов. 20 минут сядьте здесь на диванчике, мол, сидите, ждите. Оригинально, я говорю, нет. Я удивляюсь, как так? У нас принудительное решение, принудительное лечение по решению суда. Я вот захотела, могу идти в любое время, дня и ночи. Все вообще полный какой-то этот трэш. И я как лежала, не раз убеждаюсь в том, что чем меньше должность, тем выше мы себя ставим. Тем выставим мы себя вообще офигенного начальника. У меня, я шарю, у меня выпали сейчас, когда я смотрела на них. И она мне говорила, сядь и сиди. Ну, отдала, взяла. Я сейчас позвоню. Позвонила даже в отделение. А вы ее отпускали, а там два поста. Диапазон. Он говорит, ну это не наше, не на нашем посту она. Что-то пикает. Давай, я спроси у тех, отпустили ее или нет. Если вас не отпустили, вы никуда не уйдете. Мне же смешно стало. Думаю, офигеть. Это надо, знаешь, одежду тебе отдавать. И обувь приехала, в любой момент вышла и пошла. Без вот этого, вот этих... Вообще, жесть. Я говорю, если вот так раньше уходить, наверное, так и надо делать. Вон пуховик, да, эти ботинки. А эти тут висят, на всякий случай, если вдруг тут меня должны отправить в терапевтическое отделение, там, по улице идти. Вот так, нету, не могу пойти. Сейчас мужу позвоню. Что, тебе интересное видео? Будешь смотреть ляльку? Да. Будешь? Ты записала, что ли? Ну да, все записала. Ляльку, да? Да. Слушай, единственное, что у меня этот переходник... А, ну у нас ноутбук есть, на ноутбуке можно посмотреть. Там есть вот это для флешечки, потому что у меня... Я в больницу его забрала. Ну да, есть один, но ты еще... Что есть? Ну, переходник еще один есть же. Где? Ну, у тебя лежит. Нету. В кабинете есть еще один. Разве? Ну, где да. Ты его видел? Ну, у тебя в это... В шкафчике. Там... По-моему, один код не работает. Ну, сейчас посмотрим. Да, вроде рабочий. Ромка мне тут сварил компот. И даже мне его наливает. Даже наливает, я даже чувствую. Видишь, какой хороший у меня муж. Да? Я говорю, молодцы какие. Из ягодок, из брусники. Это мой самый любимый морс. А бабушка приехала, сварила борщ. Я говорю, ну, отлично, сейчас быстро покушаю. Сейчас ужин в больнице, именно сейчас, где-то в 5-10 будет. Мне как-то интересно, с 5 до 7 вы отпускаете девочек идти гулять, свежим воздухом дышать. И при этом всем что-то они там это ругаться начали, девчонки с Лидой. Лидусь, ты что там, обижали тебя? Быстренько я искупалась. Сейчас надо будет успеть посушиться. Покушаю сейчас борщ, который сварила мама. Ромка мне налил компот, который я возьму с собой. Я счастливая, сейчас быстро покушаю. Потом с Ромкой еще надо будет успеть поставить УЗИ. И мне еще надо успеть сделать документы. Я говорю, делов просто караул. Че, давай кушать? Да. Лид, а? Салат, да, давай. Лид, что ты там балуешься? Уже достали гладильную машинку еще при СССР для того, чтобы пеленки гладить. Да, там надо на нее же это приклеить полотенце. Ну, не полотенце, а одеяло-то это. Вот, смотри. Ну-ка, она попробует. А, думаешь, что с бутылки? С бутылки налей тогда. С бутылки вкуснее, короче. Все. Сейчас на них готовочку некуда. Оцени. Попробуй. Как получилось? Ну-ка пробуй, Лида. Что такое опять? Мало налил. Опять чем-то это не угодил. Обиделась. Все, голову повисла у нее. Обидели девчонку. Ну ты чего? Ну прекращай.
все, я ухожу. Что-то вы не выспались, господа. Да, походу, я не выспались. А во сколько бабушка положила? Да не бабушка ложила, я ложил. Ты? И что, во сколько? Я его сколько? Три, получается. Так,